есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Это очень известная песня, потому что был и клип на эту песню. Вот, и мне тоже есть такой небольшой духовный смысл. Who's to say which one of us is right? Everything always black and white. Now I'm trying to change it and easy. Nobody wants to believe me. I guess in time just that kind of won't give up. Every day is like an uphill climb. I've got to learn to change and leave the past behind. Trying to change it ain't easy. Nobody wants to believe me. No matter what I do, it never seems to be enough. But I won't give up. No, I won't give up. Tell me why. Why, yeah, yeah. We can find the time to try, yeah, yeah. Tell me why. Why, yeah, yeah. Cause I can win this fight without you. С утра не поет. Ничего. Дорогие братья и сестры, с вами передача «Лаврские встречи». И я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Алексей Белов. Спаси, Господи. Ну, веселая песня. Бодрая. Да, да. Вот она о том, что унывать не надо. Вот. И вот некоторые пытаются... ну, это слова песни, что... пытаются все в черные и белые тона, так сказать, раскрасить. Вот. И не все так однозначно в этой жизни. Вот. И как бы в этой песне человек просит руку другого. Вот. Вот если мы вместе, то нам будет все-таки легче. Ну, Алексей, мы затронули тему о старце Николае. Это, я понимаю, что это ваша, можно сказать, трепетная, можно сказать, семейная тема, да? Ну, почему семейная? Нет. Как сказал Господь, что услышали это, как, я простыми словами скажу, дома, то проповедуйте на крышах. Да, да. Спасибо, вот. Господи. А как вы с отцом Николаем познакомились? Ну, получилось так, что когда я пришел к вере и начал церковляться, вот, конечно, первый мощнейший водораздел в моей жизни, первый мощнейший водораздел, это было исповедь и причастие. Вот, я никогда ничего подобного не переживал в жизни. Не стоя перед 100-тысячной аудиторией, ни на стадионах, нигде. Нигде такого не было. Вот это именно причастие, само причастие, вот, конечно. Я когда первый раз причастился, я вышел из храма, это было за городом, вот, и мне захотелось, была ранняя весна, грязно на улице, но мне захотелось сесть. И я сел, я не помню, сколько времени прошло, там, может, минуты, может, пять, не помню только. Вот, и вдруг в меня влетело тысячи звезд, тысячи солнц, я бы так сказал, даже прям меня вот так вот. И я рот раскрыл, и я чувствовал себя 5-летним ребенком, вот, до сих пор наполненным счастьем. Вот, я вспомнил, как я, будучи 5-летним ребенком, папу держал за руку, он меня выводил на улицу, там шли. Мимо нашего дома все время демонстрации в Москве ходили, мы в центре жили. Вот, он мне покупал какой-нибудь шарик, и я был счастлив, мне ничего не нужно было, меня ничего не волновало. Ни политика, ни курс доллара, там вообще так, вот. Пусть абсолютное счастье. И вот здесь было абсолютное такое счастье. Вот сразу после причастия. Я никогда такого не испытывал. Потом я очень много начал читать и молиться. Правила огромные читать, километровые. Все. Это, мне все было
как сказать, все очень благодатно было. Вот. Было место, да, куда... Да, да. Потом... Я мог в день там два богородичных правила прочесть и не заметить даже, как это пролетало. Вот. И поскольку я начал много читать, я начал читать «Жития святых». И меня поразило житие Серафима Саровского. Вот. И я задался внутренним вопросом, как бы. Я все время, так сказать, обращался к Господу. Вот. Потому что на первой моей исповеди вот, священник, который меня исповедовал, вот когда он накрыл и Петрохилию мою голову, вот, и начал читать молитву, я увидел огонь, который прошел через меня, как лифт. Вот. И когда я не помню, стоял я на коленях или нет, я, в общем, я поднялся, вот, я увидел его глаза, у него глаза изменились. Он смотрел на меня вот так вот, как будто сквозь меня. И он начал говорить вещи, которыми я ему не говорил. И он говорит, вот там то-то, то-то, у тебя там вот такая девушка там в Америке, это не твое. Я говорю, батюшка, я знаю, что не мое, я, ну, знаю. Вот, но жалко вот бросать человека. Он, не надо, не надо, Господь все устроит. У тебя есть суженая, ты ее не готов встретить еще. Ты ее, если сейчас встретишь, наверное, ее разрушишь. Вот когда будет время, когда будешь готов, Господь тебе пошлет. И вот я начал, так сказать, жизнь моя пошла, я начал молиться, так сказать, обращаясь время от времени к Господу. Господи, ну, когда я буду готов, то уж мне суженую мою пошли. Вот. И потом, когда я прочитал про Серафима Саровского, многих других святых, и я внутренне задался вопросом, а есть ли вообще такие люди сейчас? И я так же, как ребенок, обратился к Господу. Господи, покажи мне Серафима Саровского такого, современного. Вот. И потом люди, с которыми я общался, сказали, что да, вот сейчас есть старцы, вот есть отец Кирилл Павлов, отец Иоанн Крестьянкин и отец Николай Гурьянов. И вот отец Николай Гурьянов, он особенный такой, вот он прям из них, так сказать. Они сами его выделяют, вот эти старцы, вот из своей среды. Я один человек, который меня давно знал, сказал, о, да, я был, вся моя жизнь изменилась после встречи с ним, я тебя отвезу. И исчез. И еще один человек мне говорит, о, я был у нее, я тебя отвезу. И исчез. Вот. И вдруг был такой день, когда меня пригласили на перенесение мощей Савы Старожевского в Данилов монастырь в Москве. Вот. Я пришел, а человек, который меня пригласил, не пришел. Вот. И вот я отстоял всю службу, приложился к мощам, ушел в другой маленький храм. Вся процессия вместе с святейшим патриархом Алексеем с пением прошествовал, значит, в автобус и уехали в Звенигород с мощами. Я писал записки, у меня папа был тогда очень болен. И только я собрался идти домой, вдруг какой-то голос у меня внутри говорит, возвращайся в тот храм. А это довольно, так сказать, может быть, там метров 200-300 идти. Я начал сопротивляться. Ну что я туда пойду? Я только что 3 часа там стоял. Нет, надо. Ну, я пошел. Вошел в храм, походил. Приложился к мощам Даниила Московского, ну вот, и уже думаю, все, пора идти. И только я стал выходить из храма, буквально, в смысле слова, на первую ступеньку наступил, как слышу, голос снизу, Алексей. Смотрю, две девушки стоят в платочках. Я думаю, это какие-то мои родственники, которых я не помню. Все-таки долго, там больше 10 лет в Америке прошло. Алексей, я говорю, да. Белов, да. Из группы «Парк Горького», я говорю, да. А меня Оля Кормохина зовут. И я знал, что мы еще когда только-только уезжали в Штаты, как-то на репетицию пришел Коля Носков и говорит, у нас певица появилась, поет как Тина Тернер. А я у него любимый певец. Вот там какой-то то ли он статью видел, то ли я не знаю, что это. Да, и я вот тогда услышал ее голос первый раз на кассете. И все, это как-то потом забыл. И мы приехали, когда первый раз в 94-м году в тур. Вот. Мы в Питере, у нас было несколько концертов здесь. И вот меня ужаснуло музыкальное состояние страны. Ведь когда вот была перестройка, лучше было намного. И даже до перестройки были группы, которые, как сказать, в них было много музыкальности. Был «Автограф», «Круиз». Горели они, да? Да. Много было групп интересных. При нас появился «Наутилус», вот, буквально вот, еще «Ария», помню, рок,
такое они играли. Вот. И много-много. И всяких групп, которых потом никто не услышал, они были интересные. Вот. И вдруг вакуум. Более того, я когда садился в такси куда-нибудь, я кричал: выключите, пожалуйста, радио. Вы знаете, я чувствовал, что это как отравление, как яд. Только яд звуковой. Вот. И невозможно было это слушать. Ужас тихий. Не знаю, как, чем это назвать, но какой-то блатняк, шансон. Или вот попса такая, которая просто ну вот, до тошноты. Да. Вот. И когда я вот этого везде понаслушался, я в какой-то компании спросил, говорю: постойте, говорю, вот была певица, когда мы уезжали, Ольга Камухина, где она? Мне говорят: вы знаете, она в монастырь ушла. Надо же. Ну ладно. И тут я, когда она меня окликнула, я смотрю, вроде на монашку не похожа, в беленьком платочке. Вот. И я сошел. Мы пошли с ней, просто мы пошли и решили пойти кофе где-то попить. Вот. И у меня такое чувство внутри возникло, как будто я встретил старого друга, близкого-близкого человека, такое очень теплое чувство, удивительно. И мы сели пить кофе в кафешке, вот, и стали разговаривать. И я говорю: мне очень хочется попасть на остров Залит к отцу Николаю. Она говорит: это мой духовный отец. Я говорю: отвези меня к нему. Она говорит: отвезу, но только без благословения к нему нельзя ехать. Сейчас я возьму благословение. Она звонит и говорит там: тетя Нин, сбегай к отцу Николаю, спроси, можно с Алексеем приехать? И погоды попроси у него. И у меня первая мысль возникла: просить больше нечего, погоды. Вот. Через полчаса она перезванивает: ну как? Там женщина говорит: да, он благословил, сказал, приезжайте, погодка будет. И вот прошло недели две или три, и мы в середине сентября поехали туда, к отцу Николаю. В Москве был плюс 11, я, конечно, сейчас помню, шел дождь. Мы приехали туда, там было плюс 25-26 все 4 дня, пока мы там были. Просто лето. Вот. И чудеса начались тут же. Прям. То, что мы когда слезли с лодки и пошли к храму, возле храма стоял батюшка с посохом. Вот. Он посмотрел на меня такими глазами, как будто увидел человека, изрубленного на куски. Ой, мне аж стало. Вот. И с нами приехал артист один со своим администратором. Вот. И он так на артиста посмотрел, батюшка говорит: иди сюда. Тот подошел к нему: пой вот так. И пропел, видимо, молитву какую-то. И тот запел за ним. Он говорит: вот так и пой. Потом посмотрел на его администратора, подошел к нему и говорит так: ишь ты, чего мне задумал? Смотри мне, зубы выбью. Вот тот так смотрит на него. Вот. Он так по щеке его пошлепал и говорит: ну что, сынок, не испугался? Нет? Ну ладно. Езжайте домой, ангелы вам хранители, вот, и все. А они, потому что приехали буквально на недолго, им надо было куда-то ехать. Вот. Mm-hmm. Ну и проходит, мы еще были на острове, как звонит этот артист, и говорит, там два дня прошло, он говорит: представляете, вот моему вот этому администратору зубы вчера выбили в Москве. Вот. Проходит еще 3 года, и мы встречаемся на каком-то концерте, он подходит к Ольге и говорит: представляешь, говорит, а вот этот администратор, он признался мне, он ведь меня убить хотел. Вот. Ну, не знаю, что там уж у них было такое. Вот так отец Николай. Вот. И... А для тебя это было? Да, это был, конечно, шок. И когда мы пришли уже вечером к батюшке Келли, к его, вот, и подошли к нему, вот, мне показалось, что он 3-метрового роста, и я не видел его глаз. Мне казалось, что у него из глаз небо как бы светится. Вот. И я понял с первых же слов, что я для него открытая книга, что он все обо мне знает. Он знает то, что я о себе не знаю. Вот. А я, никому не говоря тогда, тайно читал Богородичное правило. Вот. И Ольга тут говорит батюшке: батюшка, а скажи, а у меня есть какие-то там на небе там небесные как-то покровители? Вот. Он говорит: есть, есть. И называет ей тех святых, которым она читала на кафестре. Вот. А я первый раз к старцу попал, мне все интересно. Вот. И я думаю: батюшка, а у меня нет там небесного покровителя? Вот. А он, батюшка, стоит так, посмотрел так наверх. Есть. Я говорю: а кто? Он так:
заступница усердная, Мати Господа Вышнего. И я заплакал. Я заплакал, потому что я не ожидал этого. Я же контракт не подписывал на чтение правила. Вот. И я с первых же секунд почувствовал, что это вот Серафим Саровский. Настоящий. Но только отец Николай. Да. Я тоже ездил к нему. Просто постоять рядом с его кельей. Однажды он мне по голове погладил. Там была такая лошадь, она подкрадывалась сзади. Да, да. И хватала пакет с едой целлофановой. И, да. И убегала. Да, это при мне было тоже, да. Так смешно. Она за людьми гонялась еще. Ольга ее очень боялась, эту лошадь. Мне один раз пришлось ее отгонять. В темноте один раз эта лошадь нам в калитку засунула свою физиономию. Тоже перепугала всех. Я хочу еще с тобой поделиться. Вот прям не знаю, может быть, в тему со старцем Николаем. Песня у меня есть. «Окунайся в тишину храма». Тишину храма я иду по тишине прямо. Впереди сияет вся слава. Поворачиваю направо, ниц паду, душа моя плачет. Преподобне, видишь, путь начат. Помози мне в тишине храма перед Господом стоять прямо. На страшнем, на суде грозном, не соломой быть плодом лозным. И очнувшись в выгребной яме, ощутить себя в святом храме. Тоже какими-то своими внутренними переживаниями, ощущениями посещения храма. Я был исцелился от смертельной болезни в Антоний-Сийском монастыре. И вот я помню свое первое впечатление, вот как ты вот встретился со старцем Николаем. Я зашел в храм, храм разрушен. Там что только не было. И дискотеки, и столовая, и зона какая-то там заключенная. И я увидел прям, где вошел храм разрушенный, и прям как сияние от места, где был престол, исходило сияние. И я как вошел, как в воду какую-то. И я повернул направо и увидел плиту, и под ней мощь преподобного Антония. Вот. Колени сами преклонились. И можно сказать, с этого момента начался новый отсчет какой-то жизни, уже погрузился в духовную. Но это сложный очень путь. Не так все сразу. Пришлось пережить много еще всего в жизни. Но в итоге я стал священником. Было исцеление чудесное, благоухание мощей во время чтения акафиста. И Господь прям явил чудо.
видимо, промысел был Божий. Вот хочется тоже постоянно с этим делиться, этим делиться с людьми. И во многих вещах даже предупреждать людей, которые куда-то неправильно. Уже многое видишь, когда сам натыкался на все это. Вот. Алексей, спой еще что-нибудь. Есть у тебя в запасе песен какая-нибудь? Ну, у меня песен много разных. Сейчас тогда спою такую песню роковую. Вот. Мне очень интересный смысл. Писал эти стихи не я. Эти стихи написал, мой близкий, можно сказать, друг, человек, он живет в Америке, он легендарный музыкант. Он в свое время создал такую группу, как Red Hot Chili Peppers. Вот. Потом он оставил эту группу, стал заниматься более сложной музыкой. Вот. И мы познакомились с ним дома у легендарнейшего музыканта Фрэнка Заппы. Вот. Это была любимая группа Фрэнка. Она называлась Eleven, 11. Вот. Там был он, Алан Джоханнес, его супруга Наташа, она из России. Она пела когда-то, она уже давно жила в Штатах, она когда-то пела на пластинке Давида Тухманова, по волне моей памяти. Какую песню? А потом жарким я обливаюсь, дрожат члены. Да, ей было тогда 15 лет. Вот. И она уехала, и вот у них был длинный путь. И вот мы подружились с ними, и они дома у Фрэнка. И через год с лишним они стали помогать нам писать стихи на последние два альбома группы «Парк Горького». Половина написана ими было. Вот. Mm-hmm. Наташа приставилась, к сожалению, вот уже... уже как несколько лет. Вот. А они написали вот эти стихи. В стихах есть определенный духовный смысл. Она поется от лица человека, который спускается в подземелье. Вот. И он знает, что там живет медуза Горгона. Mm-hmm. Но ему надо победить ее. Вот. Это как бы с одной стороны из мифологии, вот. С другой стороны, мы понимаем, что медуза Горгона, она всегда рядом с нами. И вот это наш грех и наши грехи. У нее же много этих самых там в виде змей. Вот. И кто ее увидит, тот окаменеет. Вот. И для этого ему необходимо было зеркало, щит. Вот. Чтобы видеть ее в зеркало. Ну, помните, да? Да, история. Мифология. Вот. Ну, вот, да, эта песня вот о том, как вот он пытается это дело совершить. Step I knew all were the ones that never knew the end was you. So in the picture, looking like a goddess, not the only reason you're hiding in the darkness, closing your eyes, you never saw it coming. Now you're awake. And no one likes you, no one stay here. Stay here. Stand them away, you always stand them away. Say, we can do it together. Stand them away, you always stand them away. Say, we can do it together. Так, короткий вариант. Спасибо, Господи. Это хором поется, поэтому одному тяжело. Ну да. Уже проходит час, надо прощаться.
Ну что? Алексей, еще ну, будет время. Да, пообещаю, что с Ольгой вместе приедете. Да, это хорошо, интересно. Хорошо. Это я думаю, что это очень нужно. Особенно молодежи. Вот да. Какая-то возможность есть хоть такой шлюз открыть, чтобы мне услышали. Что ты можешь пожелать там вкратце, особенно молодым людям, которые себя ищут, которые где-то там ковыряются в каких-то экзистенциализмах, и всяких измах, и религиях, ищут себя. Я думаю, просто каждый, ну, по крайней мере, большинство людей, они знают, что все-таки Бог есть. Вот, просто они все по-разному себе представляют. Вот, если человек искренне просто попросит и скажет: «Господи, Бог, какой ты там есть на небе, открой мне правду». Господь откроет правду и приведет человека в православную церковь. Вот, и это достаточно просто попросить, я думаю, все. Ну, у нас выбора-то нет. Мы в России родились, Святая Русь, да? Что нам выбирать-то, в принципе-то? Ну, дай Бог, какими-то путями Господь веси, да, Господь приведет да. тех, кто еще не познал Христа. Нам, да, нам важно с тобой... захотеть правды. Если человек хочет правды в своем сердце, Господь ему откроет ее. Вот важно просто не избегать и не бояться, а жаждать, наверное, все-таки. Потому что все становится бессмысленным без правды. Все. Да. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, на этом наша передача заканчивается. У нас был в гостях Алексей Белов, город Москва. Будем дружить. Да. Божьей всем помощи, ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях.